смотрите, вот, 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 вон, вон там вон. Вот тут вот, вот это вот дыры, вот эти вот все. Отсюда лезут крысы. Сложно подсчитать, сколько здесь крысиных нор. На этой мусорной площадке грызуны устроили настоящий подземный лабиринт. И все это в паре шагов от детской площадки. Поэтому крысы, роющиеся в песочнице, картина здесь нередкая. Порой местные жители даже боятся отпускать детей погулять. С этой стороны, возле помойки, дети просто вот их видят, они стоят, смотрят, как они дерутся за еду, как они бегают, как они прыгают, то есть это все видят, как аттракцион уже. Мы одних не отпускаем, то есть мы все здесь находимся, лавочек нет, мы в стороне стоим, дети бегают, играют. Для одних здесь свалка, для других – шведский стол под открытым небом. Это место, как магнит, притягивает и птиц, и грызунов, и бродячих собак. Бытовые отходы сюда приносят и горожане, и сотрудники соседних магазинов. При сильном ветре все это добро разлетается по двору. Депутаты нам перед выборами обещали, что посмотрели, сказали, это все ужасно, ужасно. Надо что-то делать, и мы будем делать, и мы сделаем вам, значит, вот это вот, приведем в порядок. Но так мы больше ни одного депутата и никого здесь не видели. Никогда никто не заходил и никто никогда не интересовался. Эксперты говорят, крысы – животные плодовитые, размножаются быстро, поэтому грызунам без труда удается захватывать территорию. Вредители представляют угрозу для людей и для домашних животных, так как являются переносчиками заболеваний. То есть они переносят лептоспироз, они переносят всяких разных паразитов, клещей, глистов. То есть и так, точно так же они могут переносить бешенство, поэтому, конечно, большое скопление животных, крыс, оно представляет опасность для людей, которые живут в этом секторе. Чтобы решить проблему со свалкой во дворе, специалисты советуют жильцам провести собрание собственников квартир. В итоге людям нужно составить протокол и предоставить документ в управляющую компанию. Дальше дело за коммунальщиками. Они должны заняться уничтожением грызунов и паразитов. Александра Поддубная, Владислав Тренько, Павел Кулыгин, Интер ТВ.